Брат Петя, куда це ми приїхали? Ми приїхали в Луцел. Муніципальний пільць. Субтитры сделал DimaTorzok.
Sfântului Domnul împarte din familia lui și suntem o familie reală, o familie unită. Vă invit în această seară, ca și familie, să venim înaintea Tatălui Ceresc și să cerem binecuvântarea Lui peste noi. Doamne, venim înaintea Ta și vrem să-Ți mulțumim, Doamne, că ne-ai făcut copiii Tăi, ne-ai făcut parte din familia Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru dragostea și Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мир вам! Рады приветствовать вас, братья и сестры, церкви Жерцел. И Господь так распорядился, и по милости Его мы сегодня в вашей церкви, благодарим служителей церкви, ваши поместные, что не отказали и приняли нас. Мы желаем вместе с вами прославить Господа. Заранее прошу прощения, преимущественно пение, стихотворение будут на русском языке, несколько на украинском. Вы почему-то не подумали, чтобы хотя бы пару псалмов на молдавском. Но я думаю, все понимают русский. Да, пусть Бог благословит.
наших глазах исполняется слово. Последнему кругу начался отчет. Вы только представьте, почти все готово. И скоро Иисус за невестой придет. Столетия прошли, и остались минуты. Как хочется, чтоб час встречи настал. И праздником вечность ворвется в то утро для тех, кто Иисуса Христа ожидал. И явит Господь благодать восхищения, поднимет Он церковь свою на землю. На облаке белом святые мгновения обнимет невесту простор голубой. На небе у Бога почти все готово, невеста торопит, гляди, Иисус, о сколько искупленных, слава Христову, молитва, желание это несут. Не знает невеста, я тоже не знаю, но смыслю одной не встречаю любой. Гляди, мой желанный, тебя ожидаю, мой царь, мой Господь, мой Спаситель, мой Бог. Аминь. Аминь. Хотел бы сказать несколько слов о нашем оркестре. Хочу сказать, что это молодой оркестр. Ему без малого 2 года, как основался он, и мы очень рады, что Господь благословляет это служение в нашей церкви, не только. И хотелось бы попросить вас, чтобы вы молились об этом служении. Очень много надо терпения для руководителя оркестра, для детей. Детям, молодежи нужна посвященность, нужно терпение, усидчивость, нужно время. И это все, эти все источники всех этих благ и благословений у Господа. И просим, чтобы вы молились о служении этого оркестра, о нашей церкви. Мы будем молиться о вас. Пусть Бог благословит это служение и следующее пение исполнит оркестр.
наследство, часть мою, отцу сказал однажды сын. Я сам устрою жизнь свою, взял деньги и ушел один. В чужой стране беспутно жил, лишь тратил, не приобретал, когда имение расточил, бездомным, нищим, грязным стал. И сидя около свиней, он ужасался. Боже мой, что я наделал, горе мне. Пойду к отцу, вернусь домой. Я против неба согрешил и пред отцом, о, если б он меня простил и как раба впустил в свой дом. Идет пустыней, сил уж нет, голодный, грязный, весь в пыли, сквозь слезы чей-то силуэт. Он различает вдруг вдали старик, в глаза песок попал, не разглядеть его лица. Забилось сердце, сын узнал в прохожем своего отца. Навстречу сыну вышел он, ни слова не сказал, в упрек. Ты погибал, теперь спасен. Я так люблю тебя, сынок. Нам слово Божие говорит, что есть на свете дом у нас, где счастье и любовь царит. Отец там ожидает нас. И даже если грешник ты и перед Богом виноват, Отец Господь, к нему иди. Он ждет нас у небесных врат. Аминь. Аминь. Аминь.
почете. Как бы ни был он велик и мал, только бы от сердца ты работал, только бы трудился, не дремал. Каждому хоть что-нибудь додано, надо лишь свой дар найти. Ревновать, молиться непрестанно, нужно о дарах святых. Дан кому талант для песнопения, им зовет к спасению людей. Кончим труд, настанет время дать отчет о жизни нам своей. Посетить больного труд немалый. Много есть их страждущих, больных. И о тех, кто на земном пути упали, надо нам заботиться о них. Может, жить осталось им немного. Ободрить их надо в этот час. И заранее помочь в дороге. Господом возложено на нас. Мы живем не для себя, для Бога. Мы его горящие огни. Как еще нам надо сделать много? Как уходят быстро жизни дни? Ты поешь или Слово Божье сеешь? Возгревать талант свой не ленись. Если ничего ты не умеешь, то тогда за страждущих молись. Пусть твой труд порой незаметен для простых, для посторонних глаз. День придет, и сам Господь осветит скромный труд твой и награду даст. Каждый труд для Господа почетен. Как бы ни был он велик или мал, только бы от сердца ты работал и награды на земле не ждал. Аминь. Аминь. Thank you.
мир вам, братья и сестры! Всех вас приветствую и поздравляю уже с прошедшими праздниками. Господь Богу, Христом Христовым, Крещение Господне, всех вас приветствую и поздравляю, пусть Господь вас благословит. Хочу поделиться, братья и сестры, Словом Божьим вместе с вами и текст из Священного Писания, который мы будем рассуждать, это книга Откровения, 21 глава, будем читать первых 8 стихов. Откровение, 21 глава, 1 по 8 стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говоривший, все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с нами». Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се, творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне, «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему». Дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливый же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и долослужителей всех лжецов участь возле горящим огнем и серию. Это смерть вторая. Аминь. Аминь. Зовите, пожалуйста, места. Приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говоривший, все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с нами, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се, творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне, «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и долослужителей всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серию. Это смерть вторая». Аминь. Аминь. Займите, пожалуйста, какие-то сделать обычные дела, но рассуждаем на Слово Божье.